Решить сложные коммунальные вопросы в короткие сроки. Сотрудники администрации железнодорожного района Самары дали старт очередному циклу семинаров в рамках проекта «Мой дом», на который приглашают активных местных жителей, представителей ТСЖ, ТСН, ЖКС и авторитетных спикеров. Основная цель таких мероприятий – рассказать участникам об успешном опыте управления многоквартирным домом и предоставить им правовую помощь. Это сближает народ с органами власти, ну и с различными другими системами, которые необходимы для правильного функционирования жилого дома. Напомним, в начале 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводил серию встреч с председателями советов МКД, ТСЖ, ТСН и ЖСК. По итогам этих мероприятий в марте 2021 года создан специальный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Обучающая программа этого центра призвана помочь местным жителям и управленцам правильно ориентироваться в системе ЖКХ, решать вопросы, связанные с благоустройством, и выстраивать связь с ресурсоснабжающими организациями. Одна из ключевых тем семинаров в этом году – знакомство жителей с системой ГИС ЖКХ. Всем присутствующим предлагают бесплатно зарегистрироваться в этой системе. Эта электронная площадка открывает перед пользователями массу возможностей. С помощью электронного ресурса можно проводить собрания жителей МКД в онлайн-формате, формировать протоколы и оплачивать коммунальные услуги без процентов. Очень сближает, потому что даже вот на одном из вторичных семинаров было предложено от ГОЖИ помощь в проведении собрания с помощью электронных систем. Через ГИС ЖКХ можно было подойти. Обучающие семинары проекта «Мой дом» будут проходить во всех районах Самары. Представители городских властей приглашают активных жителей к участию в информационно-образовательных встречах. Подробную информацию можно получить в районной администрации или по бесплатному многоканальному телефону горячей линии регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, который вы видите на своих экранах. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.